Сегодня 4 мая, вечер. Завтра рабочий день, но сегодня еще выходной. И мы едем тестировать беговел. Возьмем его в прокат и попытаемся в Пушкине покататься. Да, сыночек? Да. Привет. Как ты себя чувствуешь? Привет. Как дела? Нормально. Ну, прекрасно. Значит, вечер будет... Бабби! Конечно, вечер будет замечательный. Оба красные. Бабби! Бабби! Ну, в общем, вроде как все хорошо. Папа вот сейчас оформляет, стоит беговел. Так получается, что неделя здесь стоит 400 рублей. Ой, вру, неделя стоит 500 рублей. Если берешь две, то получается 2 за 400. То есть 800 рублей за две недели. Но оказывается, если ты приезжаешь за беговелом сам, то есть осуществляется самовывоз, то вторую неделю тебе дарят в подарок. То есть ты платишь, получается, 500 рублей за неделю, 5000 залог и забираешь беговел на две недели. Достаточно удобно. Я очень надеюсь, что малышу понравится, потому что все предыдущие какие-то возможности Тёме попробовать беговел всегда воспринимались им негативно, ему не нравилось. Вот, поэтому я надеюсь, что если беговел будет у нас дома долгое время, что он будет с удовольствием на нем кататься. Пап! Потому что это все-таки полезно, интересно, мне кажется, здорово. А вот, кстати, папа идет с беговелом. Мы взяли Пуки. Вначале, а потом ты сам ножками достаешь, поставь ножки. Ты ножками-то отталкивайся. Тогда поставь на подножку. На подножку поставь. Ой. Ножки на подножку. Давай, давай, давай. Ножки на подножку поставь. Как ты хочешь, поехали. Ножки на подножку поставь. Хочешь сам походить? Купили папе беговел на две недели. Порадоваться. Я поехал, пока. Догоню этого мальчика. Сыночку беговел понравился, но когда у него есть водитель, когда у него есть водитель, сам он не ходит. Еще? Ну, давайте посмотрим, может еще получится. Заводи. Как заводить? Ключи забыл. Подножку. Ну так а что, нужно ножку вначале убирать. Оп. Зай, ну ничего страшного давай. Не произошло, что за паника-то? Садиться, нет? Ты далеко? Тебе нравится беговел? Ау. Тебе больше нравится кушать? Да. Так а беговел-то нравится тебе? Да. Ты хочешь научиться на нем кататься? Да. Будем учиться? Да. Ну хорошо. Смотри на маму-то. Молодец. Да. Да. Смотреть не буду, но молодец. Да. Отлично. Вот так вот мы катаемся на беговеле. Сыночек, тебе нравится кататься? Еще. Мне тоже нравится. Мы приехали в место, в такое интересное, в магазин продажи тракторов. Совершенно случайно его как-то увидели, проезжали мимо, и так как у нашего ребенка особенное отношение к этому виду транспорта, решили сюда заехать специально. Я не исключаю сыночек, чтобы сюда еще с тобой купить. Хочешь?
Зайка, так они тут везде. Там еще целая стоянка. Ты посмотри. Называется, сделаем небольшую рекламу, даже может кто-то еще приедет. Тесно Грей. Да. Я видео снимаю. Надо ему поменьше мяч с собой брать все же. Есть такого же размера, как взрослые мячи, но они массой меньше, специальные детские. То есть он, грубо говоря, бьет по нему, ему легче. Он такой силач был у нас вообще. Ты устал? Тёмка. Тём, не ходи на дорогу. На велике? Да. Пап, на велике ещё.